Траты у пенсионеров и у других жителей нашего региона хватает. Один из крупных пластов – еда. Иркутяне, например, предпочитают заказывать доставку ПОС, шаурмы и чебуреков, а запивают все это морсом. В этом жители столицы Восточной Сибири резко отличаются от тех, кто обитает в европейской части страны. Оказалось, они на обед и ужин в основном заказывают еду из заведений общепита. Это бургеры, пиццу, роллы и блины. Среди напитков по популярности лидирует кола. И это далеко не все, чем мы не похожи на жителей остальной части страны. Сравнительный анализ провели аналитики крупного сервиса быстрой доставки блюд из кафе и ресторанов. Выяснилось, иркутяне те еще сладкоежки. Десерты заказывают чаще, чем в среднем по России. В основном жители столицы Прибайкалья отдают предпочтение чизкейкам. Примечательно, что доставку, как правило, оформляют в обед. В период с полудня до 13:00, а вот ужинать иркутяне любят домашненьким.